В России продолжается масштабная зачистка коррупционеров по всей стране. Так, в Самаре на 7 лет в колонию отправили зампреда Газбанка, который заключил фиктивные кредитные договора почти на 900 миллионов рублей. Напомним, что ранее Банк России отозвал лицензию Газбанка из-за отмывания доходов и финансирования терроризма. Дыра в балансе «Газпрома» составляла почти 6 миллиардов рублей. Продолжает раскручиваться дело о следователях, которые решили вместо выполнения служебного долга заняться преступной деятельностью. На этой неделе под суд отправили бывшего следователя Следственного комитета РФ Кристину Ляховенко, которая находилась в сговоре с другим бывшим экс-следователем Маратом Тамбиевым. Напомню, что следователь Тамбиев расследовал дело хакерской группировки и вымогал у них взятку в размере почти 2 миллиарда рублей, чтобы помочь в избежании наказания. В итоге и сам Тамбиев, а также его подельники задержаны. Бывший глава Целинного района Курганской области Александр Сытов бежал от следствия на север, когда правоохранители заподозрили его во взяточничестве. Находчивый чиновник не стал сидеть без дела и без взяток и устроился на работу директором школы в Ямало-Ненецком автономном округе. Но сотрудникам силовых структур все же удалось отыскать и задержать Сытова. Теперь суд будет избирать меру пресечения для несостоявшегося директора. Редакция «Момента истины» продолжает борьбу с коррупцией. Если вы столкнулись с судебным произволом или другими фактами, то свяжитесь с нашей редакцией по указанным контактам.